проказница-мартышка, осел, козел да косолапый Мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. «Стой, братцы, стой!» — кричит мартышка. «Погодите, как музыке идти? Ведь вы не так сидите! Ты с басом, Мишенька, садись против альта. Я, прима, сяду против вторы. Тогда пойдет уж музыка не та. У нас запляшут лесы и горы». Расселись, начали квартет. Он все-таки на лад не идет. «Постойте ж! Я сыскал секрет!» — кричит осел. «Мы, верно, уж поладим, коль рядом сядем!» Послушались осла, уселись чинно в ряд. А все-таки квартет не идет на лад. Тут пуще прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шум их прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтобы их решать сомнения. «Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпения, чтобы квартет в порядок наш привесть. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Ну скажи лишь, как нам сесть?» «Чтоб музыкантом быть, так надо в наш уменье и уши ваших понежней, — им отвечает соловей. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь».